И что мы сегодня будем делать? У нас такие сегодня миньоны. Шупа-чупсы, да. И мы хотим все открыть, да? Мы такие любопытные, что мы хотим все и сразу открыть, да? А у Вероники розочка, да? Открывайте вместе. Так, открывайте, посмотрим, что там в середине. А ну-ка. Вау! Фаби, открывай свою коробочку, посмотрим, что у тебя. Какие большие киндер-сюрпризы, вот такие кружочки, да? На палочке? Вау! Класс! Так, открыли перед этим всем, да, немножко? Ну что, теперь нажимай на кнопочку, получится у нас? А ну-ка! Вот, и что там? Чупа-чупс! И что? Это кто? Смотри, даже кошечка твоя смотрит тоже. Мне интересно, что это там Фабину попадется. Ты сейчас всю котлетку скормишь своей кошечке. Открывай давай, да? Слаживайте коробочку. Чупа-чупсы. Вот так. Миньон Фабину попался, да? Такой. Какой миньон. Моника. Ну, Вероника, что там у тебя? Квак, на квак, квак. О-о, что-то упало, Вероники, да? Кошечки твои дашь попробовать? Еще один миньон с одним глазом теперь, да? Да. У него один миньон, да? Да. У меня еще два. А он твоя кошечка все котлетки так скушает, и будет у нее животик болеть, Фабиан. Давай этого положим сюда. Мы вот там откроем. Вот так получается. О, что там? А там розочка! Розочка! Как я хотела! Как... Она да, на коленках пойдет. Лучше на попе, конечно. А ну-ка, Фаби. Что там у тебя? Мамочка. Мамочка миньон, наверное, Фабиан. Да, да, да. Это мама миньон. Точно, гляньте. Я такого миньона в мультике не видела. Маму миньона, гляньте. Ну что, Веронике попалась? Зой! Вот хорош! Я Фабина очередь! Джонни, я с кошечку поставь, чтобы ей все было видно, да? Поближе, да, чтобы могла мама, наверное, да? Да. Ну что, открывай, Верочка. Это кто у тебя там? Да, мамка, это маленькая. Помнишь, Вероника была тоже такая маленькая. Давай мы ее поставим. Молодец. Давай, Фабиан, давай. Это что, такой у нас уже что ли есть такой, да? Да, есть. А ну же досочка, видите? Попс. Такого у нас еще нету, да? Вот от розочки, да? И это у нас уже такое... Нет, это совсем другой, да?
Вот же я так мила. Миша, да, открывай. Сестра пальчик, где ты? Вот же я так мила. Это ролики, но это мои. Да. Кто первый тебе открывает? Тебе надо очередь. Вау, открывай. Видак, ставь сюда его рядышком с этим, да? Да, только не вот оно, да. Попуй такие, да? Да, и прическа у него одинаковая, и два у него глаза, да? Вот они, это братья-близнецы, скорее всего, очень, да? У него два, один у него папа, один, да? Да, смотри, два брата у нас, да? Нет, одни близнецы у нас, вот они, а это вот они разные. У одного один глаз, а у второго, да? У второго он побольше. И ролик открывай. Подлиннее волосы, а у второго покороче. Да. Короткие волосики, эти, наверное, Бебе. А которые вот длинные волосы, это, наверное, папа и мама вот рядом. Это, наверное, другие. Мама, дочка и два сыночка, наверное. Вот так, да. Красные, да? Да. Вот этого короля, да? Вот его она любила. Сестра пальчик, где же ты? Которая посуду мыла, да. Да. Давай, открывай, Фабин. Садись. Мультик ты что, забыла? Давай еще. Давай. Это бандит. О, бандитто, да? Открывай, бандитто. Это не бандит, это апакунда. Теперь у этого будет принца две такие, да? Что у тебя? Так, чупа-чупсы, еще что?
Опять это. Опять. Ну, нам одни мамочки попадаются. Ну что такое? Веронь, давай ты. Давай, ставь еще одну мамочку. Свой ряд, Лень. Ставь еще сюда, сюда одного. Давай, открывай. Вот так. Ты будешь ему помогать.